Ежегодно по инициативе администрации Верхоянского района февраль месяц становится месяцем дружбы, культуры и спорта. Во всех населенных пунктах проводят массовые мероприятия, где принимают участие все трудовые коллективы. В этом году праздник посвятили 70-летию Победы. Подробности далее. Так, минутой молчания павшим воинам якутянам в Великой Отечественной войне начался ежегодный фестиваль спартакиада трудовых коллективов районного центра. В этом году праздник культуры, спорта и дружбы был посвящен славному юбилею Великой Победы. Спартакиада нужна, всех сплачивает, все начинают как-то взбадриваться. Стала на волейбол ходить, много друзей появилось. Всего около 300 сотрудников учреждений, организаций и предприятий поселка Батага приняли участие по 10 номинациям. Ну а благодарные зрители, как всегда, не жалели своих бурных аплодисментов. Такие соревнования, как среди трудовых коллективов, очень нужны. Потому что они сближают коллективы, но много открывается всяких талантов. Только один раз в год трудовые коллективы собираются вместе и соревнуются между собой не только по массовым видам спорта. Благодарим за участие наших партнеров. И также, конечно, хочется выразить огромную благодарность администрации муниципального образования, которые активизировали были самыми главными инициаторами у нас в районе проведения этих культурно-массовых мероприятий. Следует отметить, что несмотря на занятость, трудовые коллективы находят время, чтобы успешно выступить на главной сцене Батагая. Альбина Павлова, НВК Саха, Батагай.